Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать зарядное устройство для мобильного телефона с током заряда 250 мА и напряжением, соответственно, 5 вольт. Возьмем китайский сервопривод и разберем его. Здесь есть 4 винта, их выкручиваем, разбираем корпус. Разбираем редуктор. Необходимо вытащить стопорное кольцо для потенциометра. Здесь необходимо делать все аккуратно, потому как оно туго сидит и вылетает далеко. Откусываем все провода, которые находим там внутри. Это три провода, управляющие два питания, и два питания на двигатель. Удаляем оранжевый провод, он здесь не нужен. Зачищаем красные и коричневые провода. И аккуратно припаиваем их на выводы двигателя. На шестеренке срезаем стопорный выступ и всю конструкцию собираем. Если все правильно собирается, то все обязательно ровно и станет. Если какой-то будет косяк, все станет неровно и будут щели. Старым дедовским методом делаю отверстие в конце качалки сервопривода. Вставляю туда винт и закручиваю гайку. Здесь необходимо сильно поджать, поэтому использую утконосы. Подключаемся к мультиметру и проверим, какое напряжение выдает наше устройство. И здесь получается от 3,5 до 5,5 вольт. Берем маленькую платку с Алиэкспресса для заряда аккумуляторов. Припаиваем к ней диод и провода от сервопривода. Также на выводы необходимо припаять конденсатор. 25 вольт я взял, 820 микрофарад. Не забываем соблюдать полярность. Будет неплохо это все засунуть в какой-нибудь красивый корпус. Такая маленькая коробочка, как у меня, продается в магазине для рыбаков. Вставляем все внутрь. Идеальный размер коробочки, и все так аккуратно и компактно садится. Без термоклея никуда, здесь он очень хорошо выручает. Ну и проверим. И этим устройством будет тяжело зарядить полностью телефон, потому как крутить его придется более часа. Но оно может выручить в сложной ситуации. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. До новых встреч!